Уже 95 лет на его сцену выходят актеры и приглашают зрителей в увлекательный мир театра. В этом году Русский драмтеатр празднует торжественную дату. Поздравления служители Мельпомены принимали в родных стенах. Мы с вами находимся на самом грандиозном событии нашего вечера. Минутку. Стоп, съемка! Почему в салоне в кадре? Нам мешает. Мужчина! Отойдите, вы не видите? Я веду репортаж для телепередачи «Театральные новости». Отойдите! Новости только хорошие, события действительно грандиозные. С 95-м днем рождения Русский драмтеатр поздравляют коллеги по цеху. Культурная жизнь республики немыслима без актеров, режиссеров и всех, кто служит и когда-то служил в Государственном драматическом театре. Именно благодаря им театр обрел свое неповторимое лицо, традиции, особую атмосферу и преданного зрителя. 95 лет – это то время, которое действительно – это гордость нашей республики. Я хочу сказать и заверяю и правительство, и руководство республики, сегодня будет делать все возможное, чтобы все наши артисты, работники театра себя чувствовали комфортно, уютно, потому что это большая дружная семья. Давайте мы скажем «добрый путь», чтобы столетие мы отмечали на еще таком высоком, на государственном уровне. Каждый год театр выпускает до 5 новых постановок, показывает более 350 спектаклей для детей и взрослых. Служители Мельпомены намерены и впредь пробуждать у зрителя эмоции. Ведь когда открывается занавес, начинается театральное волшебство. Ирина Волкова, Анастасия Лангина, Расиль Мухаметов, Республика.